Ну где он? Пацаны, сегодня я угощаю. Что это? Киоск я взял за полтинник, вставляет не по-детски. Попробуем? Трое подростков доставлены в больницу в критическом состоянии после употребления наркотиков, купленных в киоске. У пострадавших высокая температура и галлюцинации. Думаешь, с тобой этого не случится? Еврей крещеный, что вор прощенный. Те люди, которые уходят в христианство, в России в данном случае, они что, не понимают, что в глазах обывателей, толпы, они все равно остаются евреями? Нет, я думаю, что не понимают. Я думаю, что не понимают, и тот же Дмитрий Быков, о котором мы не записывали, кстати, здесь же программу, и та же Лариса Долина, которая ходит с огромным крестом на груди, и тот же, как бы, Леон Измайлов, они не понимают. Более того, даже Александр Мень не понимал. Я тебе скажу интересную вещь. Я совершенно случайно, после уже смерти Меня, наткнулся на очень большую и серьезную статью какого-то духовного лица в журнале «Современник», которая была посвящена Александру Меню. И это духовное лицо писало, что Мень обвинял его в том, Меня, в том, что он уводил христианство в сторону сионизма. Он, дескать, как бы проповедовал еврейские ценности в христианстве. Вот тебе, пожалуйста, судьба Александра Меня. Вот тебе, пожалуйста, ответ на твой вопрос.